из сада «Аквариум», который находится рядом с метро «Маяковская». О! О, прям страшный. Еще с прошлого века в этом культовом для Москвы месте очень любили собираться и любят собираться фанаты одной группы, которую я не скажу, которая играет электронную музыку. Это очень хорошо. Все. Сегодня наш сбор посвящен дню рождения одного из участников этой группы. О, у него много достоинств и недостатков, но самое главное достоинство — это то, что он просто рыжий. За это вы его и любите. А теперь мы будем снимать все, что сегодня происходит. О, да, кстати, с праздником, Энди Флетчер. Манчок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты меня спроси. Не, не буду. А, ну я тебе скажу. Сейчас. Без 18:08, но никого нет. Но мы всех ждем. Но у меня настроение хорошее, потому что скоро я пойду на дискотеку, а всем рыжим ход бесплатно. Маша. Привет. Да, интервью. Привет. Ты у меня интервью возьми. Давай. Что вы можете сказать о сегодняшнем дне? Сегодняшний день я могу сказать, что несмотря на то, что праздник, я буду практически мало, сидит он весь кучка. А вы что-то сказали, ну, подумал. Так что мы ждем, пока придут хедлайнеры. Кто? Есть успокоились. Да. Вот с этим товарищем. Лучше майонеза. Ну, его уже сняли, я уверена, много раз. Да, ждем. Миша Техномоном должен быть. Ждем. Дениса. А, Денис, да, должен быть. Лучше, потому что Денис. А нет, мало ли, кого еще получается? Марта, у вас есть еще вопрос? Как у вас данное настроение? Что вы предполагаете делать сегодня вечером? Ждать, скучать, не понравится? Понятно. Попробую, попробую. Я приглашаю тебя. Понимаю, конечно, но как это сработает. Короче, если я позвоню в понедельник, ты приедешь? Что ты видишь на горизонте? Приезжай обязательно, ясно? Я уже пригласила несколько человек. А что ты, я не понял, сначала так, потом... тебе общий класс. Да, прикольно, общиковый план, блядь. Общий план. Я тем только и занимался, чтобы зря. Я точно не ну-ка, замути, общиковый план. Музыку слушали, разговаривали, поселились сегодня. Что ты там снимаешь? Хотя, знаете, я боюсь. Без рисунка. Я
у нее есть. Оттуда не пускай, там охрана сидит. Вот видишь, Леха, это моя тачка. Видишь, как ее охраняет. Ну-ка, дай-ка я ее. Ну, смотри. Да, майонез, ты крут.